Віталій, добрий день. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо подорожувати бельгійською пивом. У нас сьогодні на дегустації Esté Pierre Blond. Оказується, не тільки Німеччина та Чехія вміє варити пиво, але й Бельгія. Ну, я скажу більше, не те, що вона вміє, вона одна із дійсно пивних стран. Об этом просто часто забувають і Голландію, і Бельгію часто не вспоминають, коли говорять о пивной стране, скажем так, но на самом деле очень глубокие традиции пивоварения в той же Бельгии, и это достойный представитель этого пива. До речи, если не помиляюсь, саме це пиво названо на честь бенедиктского монаха, аббатства. Ну, не все так просто на самом деле. То есть в свое время в Бельгии, не только в Бельгии, а пошла мода. То есть мы все знаем историю, что монахи варили пиво. И считалось, что пиво монастырское одно из самых лучших. Так, например, в Бельгии был орден трапистов, которые варили шикарнейшее пиво. И оно называлось трапистское. На волне этой популярности в середине 20 века, вернее, где-то с начала до середины 20 века, каждый встречный поперечный писал на свои продукции, что это трапистское пиво. Сами трописты, то есть монахи, они этому сильно противились, но доказать то, что пиво нельзя называть трапистским пивом, пиво не трапистское, а трапистское пиво подразумевало под собой, что это пиво сварено в трапистском монастыре и по определенным рецептам, по определенным технологиям. И даже если ты сварил точно такое же пиво, но на какой-то светской пивоварне, то ты не имеешь права называть это пиво трапистским. И, по-моему, если мне память не изменяет, в 80-х годах прошлого века все-таки добились трописты того, что пиво трапистским может называться только то, которое сварено, как они хотели, только в трапистских монастырях. Все остальное пиво, которое пусть будет сварено по этим же технологиям, по этим же рецептам, было, вернее, стало называться аббатским пивом. Опять же, ну, мало того обозвать пиво аббатским, тут, кстати, написано «эбби бир», надо еще как-то придать ему значимость. И поэтому стали придумывать марки, которые были так или иначе привязаны к какому-то монастырю, к какому-то собору, еще к чему-то. Конкретно Сен-Пьер считается, что пивоварня находилась напротив этого собора Святого Петра. Сен-Пьер – это Святой Петр. Да, скорее всего, на логотипе изображен именно он. Но никакого отношения к самому собору пивоварня не имела, кроме того, что она находилась напротив. Все. То есть, но получилось красиво. Сен-Пьер, собор, все дела. Хотя считается, что якобы какие-то авторские отчисления, ну, за счет того, что они используют имя этого собора, они в казну этого самого собора отчисляют. Я, честно говоря, не знаю, но суть того, что это не трапистское пиво, это пиво аббатское, в Бельгии оно так называется, это аббатское пиво. В Германии, в Чехии это монастырское пиво обычно называется, здесь же оно аббатское. То есть оно вполне может быть точно таким же, как трапистское, но называться так не может. Вот мы, собственно, пример этого пива мы и видим. До речі, звернув увагу на алкоголь. Знову ж таки, 6,5 оборотів. Це прям монахи, видно, любили покрепче. Да, ну как знаешь, у мусульман есть такое, что типа водку под крышей пить можно, потому что Аллах не видит через крышу. Вот здесь так же самое, то есть как бы вино было запрещено для, допустим, употребления в пост, а за пиво там разговора не было, как бы пиво можно. На самом деле, это опять же тенденция Бельгии. Это крепкие бельгийские эли. Начну сразу еще скажу, что в Бельгии варят в основном эли, не лагеры. То есть это пиво верхового брожения. И крепость их, вот она так и называется, то есть это крепкий бельгийский эль. Он же аббатский, то есть это прям заложено, то есть он должен быть крепкий. Uh-huh. Вот. Но на самом деле пивоварни Сен-Пьер как таковой сейчас не существует. Пиво выпускается на мощностях торговой марки Palm.
А, зачув. Да. До речі, одне з найдорожчих пев. Ну, одно із самых неплохих, допустим, в Бельгии, и у него тоже там большая история. Она известна, ну, вернее, начала свое существование пивоварня, которая впоследствии стала называться Палм с 1747 года. То есть довольно старенькая. Да. И, кстати говоря, вот мы с тобой, кто уже ты поднимал эту тему, если еще какие-то пивоварни, которые стали называться по названию пива. Так вот, Палм стала Палмом на самом деле после того, как владелец выпустил пиво Special Palm. Пиво имело такую популярность, что он переименовал свою пивоварню в Палм. То есть это тоже от названия да, пива. Прикольно. Прикольно. То есть сейчас это, по сути дела, продукт концерна Палм. А взагалі, от бельгійський бонд, він відрізняється якось від нам знакомого звичайного еля або білого пива? Білого, так. Да. Ми з тобою, я тоді допустив ошибку, коли ми говорили о смеше, слеше от із Франції. Він теж бонд. Так от, немножко в різних странах різна класифікація пива. У нас, коли ми произносим блонд, сразу вспоминається щось біле. Угу. На самом же деле, в данном случае блонд это светлое. То есть бланш у Бельгии это белое пиво, а блонд это светлое пиво. То есть это то, что в Англии называют пэл элем, по сути дела. Ну я переводю себе, береш эстепьер, береш блондинку и идешь на пляж. Ну может быть и так. То есть чисто теоретически оно должно быть похоже не на белое пиво, оно не должно быть похоже на светлый лагерь, оно должно быть похоже на Pale Ale, то есть на то, что мы говорили, бледный эль, который не бледный, который светлее портера. Что есть на самом деле, я, честно говоря, не знаю, так что мы сейчас узнаем. Скажите, у нас цікаво, чи є взагалі от якісь відображення, от именно як можна розрізнити, що це саме бельгійське пиво, може в них є якась определенна фішка? От ви назвали, що вони варять тільки верхового враження. Да. Це тобто є, скоріш за це їхня фішка, так? Да. І як ти сказав, алкоголь. Ну, да. Крепкий бельгійський ель. В этих трьох словах вписано все. Это довольно оригинально. То есть на самом деле бельгійське пиво, в принципе, это в основном эль. И оно по вкусу очень отличается от европейского пива. То есть если мы в Европе имеем лагеры и пилснеры, и они светлые, солодовые все-таки больше, прозрачные, то эли это все равно чуть темнее, чуть, ну, он, вкус может быть и попроще, но он понасыщеннее, скажем так, на мой взгляд. Не, то я есть знаю, то, что мы знаем Лев, то, что мы знаем Хью Гарден, то, что мы знаем тот же Сен-Пьер, тот же Палм, это все бельгийские сорта, и они на самом деле, то есть мы в основном знаем, конечно, именно белые сорта пива, но на самом деле у них у всех есть вот такая вот насыщенность вкуса. Я пробую пробовать. Согласен. Не, я раньше куштував, мені подобається пиво. Сен-П'єр, я пробував їх, ну, всі три види, це полутемне бруно. Блонд і бланш. Доволі неплохо. Ну, поки що ми маємо на самом деле цвіт темніше, ніж у лагера європейського. Тобто він все-таки немножко більше от янтарне таке. Я б сказав, такий медний немножко. Но на самом деле не настолько насыщенный цвет, как, допустим, у янтарного лагера европейского или у Пелеля. Вот, забыл, все из головы вылетело. Главное, бачите, покольво, якщо ми вже згадували слеш, от то було прям мутне-мутне. Да. Тут прям не скажеш, що то більше для того. Ну, все равно, оно прозрачненькое, оно чистенькое. Я же говорю, цвет все-таки, на мой взгляд, красивее, чем у лагеров, но, тем не менее, не настолько темный, как мы привыкли, допустим, у британских элей. По аромату. Ну, аромат, на самом деле, тонкий и довольно простой, то есть, очень тонкий аромат хмеля, очень-очень, и солодовость, то есть, по
аромату он похож на европейские сорта пива, из-за воображения, то есть как бы чисто теоретически не очень далеко от них ушел. Но по вкусу, я думаю, все-таки будет отличаться. Опять же, это алкоголь. А алкоголь, кроме того, что мы говорили с тобой, что солод дает количество, то есть количество солода дает и количество алкоголя, но кроме этого добавляется плотность, и, соответственно, вкус должен быть более насыщенным. И пиво должно быть, естественно, плотнее. То есть здесь при 6,5 оборотах здесь должна быть плотность около 13-14%. Это по сравнению с лагером, у которого там 10-11, но значительно больше все-таки. Поэтому оно должно быть вкуснее. Пробуем. Пиво мягкое, довольно спокойное, имеет такую, я бы сказал, может быть, даже вот сейчас, да, наверное, все-таки даже какую-то цитрусовую такую, нотку, цитрусовую, хотел сказать, что-то на фруктовое, но нет, вот, чуть подольше, и оно прям ощущается, цитрусовая нотка. И сладкая эта нотка, то есть, ну, не прям сладкая-сладкая, но вот именно сладость ощущается во вкусе. Не, я ж кажу, своеобразне таке пиво. Насправді, я ж кажу, алкоголь, типа, прям, ну, не скажу, що він відчувається, то прям 6,5. Очень вкусно. Именно вот это сочетание плотности и вот этой мандариновости какое-то вот, оно дает свой какой-то интересный вкус такой, который, с одной стороны, ну, на мой взгляд, не сильно, может быть, пиву подходит, потому что, ну, опять же, кто я такой, чтобы учить бельгийцев варить пиво? Опять же, и в нем есть кислинка. Пиво, на самом деле, довольно такое суховатое, то есть с кислинкой. Опять же, что относит нас к Бельгии. Бельгия все-таки страна, находится на берегу моря. И я думаю, большое предпочтение они отдают каким-то морепродуктам. А под морепродукты, желательно какие-то сухие напитки, сухое вино. И вот, допустим, сухое, этот самый, как его называют, сухой эль. Те же ламбики, они тоже считаются сухими. То есть, опять же, под какие-то мидии, под какие-то креветки, под какие-то кальмары, вот это вот все. Ну, в том числе. Но опять же, мы уже говорили об этом, что культура употребления пива в Европе несколько иная. То есть они не закуску к пиву берут, а берут пиво к еде. Вот если они берут какое-то полноценное какое-то блюдо того же омара, какого-то лобстера, и запивать этим пивом, я думаю, самое то. Виталий, сейчас скажите, пожалуйста, вот все-таки для Украины, какая закуска, вот, ну, какая есть в нас, дійшла до цього пива? Потому что я ж кажу, смак цього пива для мене показався, ну, своеобразным взагалі, ну и прикольным. Ну, на мой взгляд, если мы отходим от таких традиционных для Бельгии закусок, все-таки, я думаю, можно к этому, опять же, то, что можно найти у нас, сыры, например, зайдут очень даже. Можно обратиться к каким-то сыровяленым колбасам. Копченая колбаса, скорее всего, сюда не зайдет, она все-таки имеет более яркий вкус. А вот сыровяленая, она будет с этим пивом довольно хорошо сочетаться. Даже, я думаю, мы все равно живем в стране, где есть моря и реки, поджаренную рыбу, я думаю, тоже будет замечательно заходить все это дело. А что он говорит, про тюльку даже. Вот как-то так. До речи, мы не раз говорили уже про додавание лимона в пиво. Да. И я вам пропоную сегодня протестовать, показать нашим глядачам, как нужно смешивать взагалі, в какой кількості и как влияет она на цей смак. Ну, смотри, начнем с того, что как бы добавить ему что угодно, это вообще не проблема. Вопрос в том, что в основном лимон добавляется не в блонд, а именно в бланш. И именно вот в бельгийские сорта белого пива, в бланше, рекомендуется добавлять лимон. Но чисто теоретически, любителей пива, ну, любители вкуса пива есть разные. То есть кому-то нравится погорче, кому-то нравятся сладкие сорта, кому-то нравится сорта, чтобы были с кислинкой хорошие. Не всегда пиво этим твоим ожиданиям отвечает. То есть в этом пиве мы имеем довольно такую ощутимую сухость, то есть кислинку, в некоторых сортах ее нет.
То есть сюда, если мы добавляем лимон, то у нас получится оно чуть кислее еще. И я не знаю, как это скажется конкретно на этом пиве, но когда я добавил лимон, допустим, в бланш, получалось замечательно. Я просто чему выбрал саме до цього пива, тому що тільки мені показалося цитрусові нотки, і мені щось кажеться, що буде неплохо. Ну, пропорції я не скажу, но давай так. Пол кружки. Ми будемо видавлювати просто сок. Чи... У нас є варіанти? Ні, я не знаю. Я просто сам насправді не знаю даже сам. Я справді сам просто не знаю, даже як краще, чи просто як коктейльчик, знаєте, шляпкою, хоп, надіс і... Ні, ну, це не наш метод. Це треба почувати вкус. Зараз ми сюди повидавлюємо. Мішку, до речі, вчора, перед зйомкою, переживав, тому що дуже вчора багато цього пива продалося. Дуже багато. Так знали. От не знаю, прям чоловік просто хотів краще, я йому запропонував це, йому сподобалося, він 6 чи 7 банок. Я на одному дикані. Так, ну все, пол лимона ми видавили. Mm-hmm. На самом деле, еще стоит сказать, ну, у каждого свои, как сказать... Ожидания. Не, ожидания, само собой. Взаимоотношения с кислым. Кому-то кисло не заходит, кому-то заходит. У меня, конкретно, если говорим обо мне, у меня пониженная кислотность. То есть я кислое, в принципе, ем. То есть я могу лимон просто есть, я могу что-то кислое, вот совсем кислое. Просто, будучи в детском возрасте, мы тут одичавшие ходили все. Мы объедали всю зелень, которая росла вот это на деревьях, там зеленые абрикосы, сливы, яблоки, вот мы съедали это все зеленым еще, то есть оно ничего созревать просто не успевало. Я, значит, недалеко в типе вас. Да. Но многим это как бы вообще никакого. Но с другой стороны, я, допустим, не могу вот вишня, и вот мне она вот кислая и все, вот я могу там одну-две ягоды съесть, все, вот оно мне просто кислое, я не могу много вишни съесть. Но при этом вишня в пиве мне абсолютно не мешает. Так что, вот. Кстати, вкусненько. Да. Так что мне как бы кислота, которая сейчас добавилась, мне только, скорее всего, будет в радость. А кто другой, ну, ориентируйтесь на себя, как у вас там с кислотностью. Что у человека повышенная кислотность, не рекомендую. Mm-hmm. Опасно для здоровья. Вообще пить вам опасно. Yeah. Пейте чай. Вот. Все, попробуем что-то с лимончиком. О, лимоном пахнет? Ну. Намного ярче. Прям, ну, не как чай с лимоном, но. Ну, похоже. Цікаво, як на смак. Я тебе скажу. Очень хороший лимонный лимонад получился. Лимонный лимонад? Да. Ну, у нас лимонад, в принципе, общее название для всех сладких газированных напитков. Тут именно лимоны. Пиво ощущается во вкусе, но как оттенок. Есть некоторая солодовость, некоторая терпкость, но основной, вот тот вот лимон, который я выдавил, такой хороший лимонный сок получился. Все ж таки перебивень получается, больше смак пива. Да, но пьется хорошо. Я не знаю, каким бы что запивать. Вообще отлично было. Я же що кажу, мені просто кажеться, по-перше, сам цитрус він додає такого більше їсти щось. Да. Сушняка і таке чисто, що маєш більше. Ну я тебе скажу, от з добавленням лимона все-таки мысли о морепродуктах становятся еще ярче. То есть какой-то сейчас бы каких-то мидий, каких-то креветок, каких-то вот за милую душу. Но бы дошло обычно как. Креветки делают и сверху лимончиком. Да, здесь да. Не надо лимончика, тут все лимончик здесь. Все уже в комплекте. Дякую, Віталій, за експерименти. Дякую вам, шановні глядачі. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підтримайте Віталія за те, що він проводить різні такі досліди, експерименти. І вони будуть ще не одні. Тому підписуйтесь на наш канал, на Віталія канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім гарного дня, до побачення. Пока. Кроется гибель где? В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.